Обладатель Грэмми и самый известный диджей прошлого года Иман Бек отказался от подаренных Хакимом 2 миллионов тенге в пользу благотворительности. Как встречали всемирно известного музыканта на малой родине и как принимал эти почести простой парень из АКСУ в репортаже нашего корреспондента. Вот так аплодисментами и восторженными криками АКСУ встречает человека, который заставил весь мир восхищаться казахстанским талантом. Иманбек Зейкенов, уроженец Павлодарской области, еще вчера работал на железной дороге. А сегодня он звезда мирового уровня. Обладателя премии Грэмми местные власти решили щедро одарить. Иманбек – это для приобретения современной техники, для приобретения наисовременнейшего компьютера, для того, чтобы ты творил, для того, чтобы создавал новые произведения. От нас есть небольшой презент, это по казахскому обычаю кормдык. Щедрые подарки Акимата артист, конечно, оценил, но тут же сообщил, что техника для творчества у него уже есть. Планы обладателя Грэмми на презентованные деньги вызвали бурные овации. Круто, но сейчас я уже на новом оборудовании работаю и просто хочу эти деньги на благотворительность пожертвовать. Спасибо большое. В списке даров для Иманбека был и специально сшитый для него чапан с именем новоиспеченного обладателя Грэмми на спине. Аким родного для диджея города АКСУ лично накинул чапан Иманбеку на плечи. Только после серии поздравлений организаторы мероприятия вспомнили, что анонсировали его как встречу Иманбека с молодежью. Иманбек, в дальнейшем чем будешь заниматься? Иманбек решил сразу расставить все точки над «и». Из АКСУ он переезжать не собирается. Работу на железной дороге оставил и все силы направил сейчас на музыку. В планах записать релиз с Шоном Полом. В заключении музыкант поблагодарил всех казахстанцев за веру и поддержку. Хочу сказать спасибо всем казахстанцам за то, что поддерживаете меня. Спасибо народу. Мне очень приятно. Прям вот горжусь своими гражданами, ну то есть земляками. И хочу поздравить всех с праздником Наурыз. Всем пожелать здоровья, удачи. Эксклюзивное поздравление Иманбек Зейкенов также адресовал и нашему телеканалу. Телеканал Атамекен Бизнес. Поздравляю с Наурызом. Айжан Утилова, Есенбек Санат, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамекен Бизнес.